Друзья, всем добрый день, рад вас всех приветствовать. Сегодня мы с вами будем говорить о спорт-впуске для Лады Весты. Я раздобыл себе такой впуск и сегодня поставлю его на свой автомобиль. Вместе с вами покатаемся со штатным впуском, со спорт-впуском, поразгоняемся в разных режимах, сделаем замеры расхода топлива и в конце уже как-то все это дело подытожим. Я вам выскажу свое мнение, стоит ли заморачиваться и устанавливать этот впуск на свой автомобиль. При покупке автомобиля дилер мне подарил ковры в салон. Разумеется, самые обычные, резиновые. И также подарил ковер в багажник. Этот ковер даже не резиновый, а какой-то пластмассовый. Он очень жесткий и корябает пластик в багажнике. У резиновых ковров два основных минуса. Первый – это внешний вид, ну если, конечно, это вам важно. Ну а второй – это то, что в них, как в корыте, собирается грязь и вода. И если вы попытаетесь вытащить ковер из автомобиля с этой грязью, с этой водой, то, скорее всего, вы это все прольете на ковролин. Поездив полгода с этими коврами, я поставил себе ковры из эко-кожи. Пока ковры были новыми, на мой взгляд, смотрелись они очень и очень неплохо. Хотя понятно, что это, конечно, все на любителя. Но у нас очень много грязи, а ухаживать за этими коврами не очень удобно. Они большие, их неудобно вынимать. Да и в них, так же, как в резиновых, как в корыто, собирается грязь. И к тому же, после первой же зимы, они уже не выглядят так здорово. В общем, я решил попробовать что-то еще. Очень долго я присматривался к EVO коврикам, и вот, наконец-то, я установил их себе на свой автомобиль. Я поставил себе ковры от EVO Express. Ребята работают по всей России, делают ковры на огромное количество разных автомобилей, вплоть до микроавтобусов и каких-то нестандартных решений. Ребята очень сильно запариваются с качеством, используют только высококачественные материалы и комплектующие. Вы только посмотрите на ширину липучки. С такой явно ковер никуда не уедет. Разумеется, в наличии огромный выбор цветов, как самого материала, так и окантовок и выбор формы. Это могут быть как классические ковры, такие как у меня, так и новомодные, с бортиками. Мне больше нравятся классические. На мой взгляд, выглядят они симпатичнее. Ссылка на производителя будет в описании. При заказе не забудьте указать промокод Парамонов и получите скидку 5% на комплект ковров в салон. Ну а если решите заказать полный комплект с багажником, как у меня, то получите скидку 10%. Друзья, все ссылки будут в описании. Ну а мы продолжаем. Штатный впуск Весты имеет ряд проблем, которые устраивают далеко не всех владельцев. Чаще всего жалуются на рык резонатора впуска на низких оборотах, а также на то, что в жаркую погоду в пробках автомобиль дергается. Это связывается с тем, что пока воздух проходит по всей довольно длинной системе впуска, сильно нагревается, а чем горячее воздух, тем он более разряжен и тем меньше в нем кислорода. Также из-за своей довольно сложной конструкции штатный впуск имеет плохую пропускную способность. Очень много препятствий для движения воздуха. Много патрубков, резонатор, корпус фильтра. Плюс к тому же и сам фильтр небольшого размера. И разумеется, это все негативно сказывается на мощности двигателя. Неудачную конструкцию штатного впуска признал и сам завод. Признал это, конечно, громко сказано, просто начали устанавливать другие впуски. Причем причину замены, разумеется, никто не разъяснил. Но если посмотреть на новые впуски, мы увидим, что на них изменили конструкцию резонатора, и теперь он вроде как не рычит. Также изменили корпус фильтра, увеличили размер самого фильтра, тем самым увеличив его пропускную способность. И изменили систему крепления фильтра, чтобы исключить подсос воздуха. На старых корпусах, оказывается, есть такая проблема. Если посмотреть на Весту с вариатором и с ниссановским мотором, то там сделали все гораздо проще. Просто отказались от резонатора, и теперь забор воздуха через патрубок подсоединен сразу к корпусу фильтра. Кстати, этот так называемый впуск от вариатора также есть в продаже, и его можно установить на любую Весту. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что проблемы с впуском не надуманы, иначе какой смысл заводу его менять? То, что на новых автомобилях стали ставить новые впуски, это, конечно, хорошо. Но автомобилей со старыми впусками очень много, и, разумеется, владельцы сами пытаются решить эти проблемы. Из того, что ставит завод, я не упомянул только впуск от Весты Sport. У этого впуска самая простая конструкция, корпус фильтра и два патрубка. У него будет самое низкое сопротивление, так как он имеет минимум изгибов и при этом самый большой фильтр. После начала продаж Весты Sport пошел разговор о том, что вся разница в мощности между двигателем 1.8 на обычной Весте и на Весте Sport достигнута за счет нового впуска и прошивки. Напомню, у нас там и там стоит двигатель 21179, но на обычных Вестах он развивает 122 лошади, а на Весте Sport аж 145. Разумеется, народ сразу в погоне с дармовыми лошадьми кинулся экспериментировать и скупать впуски от Весты Sport и ставить их на свои авто, независимо от того, какой двигатель установлен, 1.6 или 1.8. Тут же возник дефицит, так как АвтоВАЗ запретил дилерам продавать впуски. Но свято место пусто не бывает, и тут же начали появляться впуски Весты Sport сторонних производителей. И как раз один из таких впусков попал ко мне в руки.
Это впуск из магазина Vesta Shop. Ссылка на него будет в описании. На моем втором канале есть ролик, где я собираю этот корпус, устанавливаю фильтр с герметиком, с рамкой, проверяю, есть ли подсос воздуха и делюсь своим мнением конкретно по этому впуску и по другим впускам, которые есть на рынке. Сначала сейчас с вами снимем штатный впуск. Полностью убирать я его не буду. Вот эту часть, сам корпус с фильтром я пока ставлю здесь. Ну, во-первых, мне не нравится, как получается, да, что здесь просто, такая, грубо говоря, дырка, пустое пространство. А во-вторых, мне ехать еще к дилеру в конце месяца на ТО. И, возможно, я поставлю обратно штатный впуск. Ну и, в принципе, может быть, мне не понравится впуск от Vesta Sport, да, и я верну все на место в заводской конфиг, так скажем. Так, давайте сейчас снимем. Весь процесс установки я сейчас показывать не буду, ничего сложного там нет, но на всякий случай подробный ролик с установкой я все-таки сделал и опубликую его на втором канале. Ну что, все нормально работает, сейчас, короче, прокачусь, попробую. И уже скажу вам свое мнение, что я думаю по поводу всего вот этого безобразия. Я решил сделать несколько замеров. Ну, во-первых, само собой классический разгон от 0 до 100. А также разгоны на 3, 4 и 5 передаче 60 км в час. И один замер по расходу топлива. Начнем с разгона от 0 до 100. Сразу хочу сказать, что я ни разу не гонщик, и на этом автомобиле я впервые раскручивал двигатель до отсечки. А чтобы показывать стабильно хороший результат, надо немало так потренироваться. Дело в том, что тахометр на Vesta отстает от реальных оборотов двигателя, и если в повседневной эксплуатации это незаметно и ни на что не влияет, то вот при попытке разогнаться максимально быстро доставляет некоторые неудобства. Ты то упираешься в отсечку, то немного не докручиваешь. Отсечка на 6000. Но так как тахометр отстает, с первой на вторую переходишь где-то в районе 5500 по тахометру. Замерял я доступным для себя способом. Рейслоджика у меня, разумеется, нет, поэтому просто на монтаже накинул секундомер. Абсолютное значение разгона моего автомобиля меня сейчас не особо интересует, мне просто нужны результаты для сравнения. Я сделал по 5 разгонов, как ни странно, ехал я более-менее стабильно, не считая тех заездов, где я откровенно косячил. Все заезды я, разумеется, показывать не буду, покажу только лучшие, но, как я уже сказал, ехал я довольно стабильно, и заездов с лучшим и практически одинаковым временем получилось по 3. Напомню, по паспорту Vesta SV Universal с двигателем 1.8 и механической коробкой передач должна разгоняться до 100 за 10,9 секунды. Итак, разгон от 0 до 100 со штатным впуском. Разгон от 0 до 100, впуск Vesta Sport. Сейчас для наглядности и сравнения сразу два заезда. Следующие замеры – это разгон 60 км в час на 3, 4 и 5 передаче. Суть очень простая. Замер провожу на одном и том же участке дороги, выставляю на круизе 60 км в час и, проезжая одно и то же место, резко утапливаю педаль газа в пол. На каждой передаче я сделал по 2 замера, и они показали практически одно и то же время. Начнем с третьей передачи. Газ.
Четвертая передача. Газ. Пятая передача. Я надеюсь, что всем понятно, что это чисто для теста. Разумеется, в жизни я не включаю пятую передачу на 60 км в час. Газ. Для сравнения расхода топлива я проехал два раза один и тот же маршрут протяженностью 72 километра. Ехал как езжу обычно, не пытался ни экономить, ни бить рекорды скорости. Кондиционер был включен. Со штатным впуском средняя скорость составила 84 км в час, а средний расход топлива составил 7,1 литра. На маршрут я затратил 51 минуту и сжег 5,1 литра бензина. Спуском Vesta Sport я ехал немного медленнее. Средняя скорость составила 81 км в час, средний расход топлива 7 литров ровно, а на маршрут я затратил 54 минуты и сжег 5 литров топлива. Такой замер, конечно, нельзя назвать высокоточным, но его вполне достаточно, чтобы увидеть, что никакой разницы в расходе топлива на разных впусках нет. Да, со штатным впуском я сжег на 100 грамм бензина больше, но и средняя скорость была немного выше. Итак, давайте немного подытожим по моим замерам. Ну, во-первых, сами мои замеры. Понятно, что они очень далеки там, от каких-то высокоточных, от лабораторных, но я, в принципе, и хотел померить, да, в реальных условиях сделать вот эти замеры, а не где-то в лаборатории, потому что мы с вами ездим по реальной дороге, и нам нужна как бы реальная разница, а не вот эти там 1-2% где-то на стенде и так далее. То есть, чтобы можно было реально это почувствовать на дороге. Если посмотреть на мои замеры, посмотреть, допустим, на разгон от 0 до 100, то мы увидим, что вроде как со спортивным впуском я разогнался немного быстрее, там на 0,3 секунды. Но, ребят, это один был единичный такой у меня заезд, когда я чуть побыстрее разогнался. Видимо, у меня получилось где-то там побыстрее переключиться. В более удачный момент я переключился. Все остальные заезды, как со спортивным впуском, так и со штатным впуском, были где-то в районе там 11,6-11,7. Все заезды основные. То есть было такое время. Вот один у меня получилось немного получше. То есть я прям уверен на 100%, что дело тут не во впуске, а вот просто вот у меня получилось более удачно переключиться. То есть это все вот на уровне просто погрешности. Что касается по поводу разгонов с 60 км в час. Если мы посмотрим разгон на третьей передаче, у нас получается, что со спортпуском автомобиль разогнался немного быстрее. Если мы посмотрим на четвертой передаче, автомобиль разогнался с обоими пусками одинаково. Да? Если посмотрим на пятой передаче, наоборот, со штатным пуском автомобиль оказался немного быстрее. Но если посмотреть, допустим, два заезда со штатным впуском или два заезда со спортпуском с одной и той же передачи, то у них тоже будет небольшая разница. Тоже там по 0,3, по 0,4, там, по 0,5 секунды, по-разному. То есть вот эта вся разница, она на уровне погрешности. То есть, допустим, один заезд я ехал, мне там дул попутный ветер, а второй заезд я ехал, не было этого ветра. А так как, ну, довольно-таки длинная дистанция, ну, это будет ощутимо, несколько вот этих вот десяток как раз это и украдет. То есть я считаю, что здесь абсолютно никакой разницы нет, и автомобиль себя как со спортивным впуском, так и со штатным впуском ведет абсолютно одинаково, разгоняется с абсолютно и той же скоростью. То есть разницы абсолютно никакой здесь нет. Что касается расхода топлива, ситуация точно такая же, да. Я проехал один и тот же маршрут, там 72 километра. Из одной точки, прямо в эту же точку вернулся, разворачивался в одном и том же месте. Ехал я не на круиз-контроле, ехал просто как обычно. И обгонял по дороге. И ремонт дороги мне встретился. То есть, ну вот ехал просто как обычно. И много населенных пунктов по пути было. И в итоге у меня получилась разница всего в 100 грамм, да, на вот этих, на разных впусках. Ребят, если проехать этот маршрут два раза с одним и тем же впуском, тоже получится разница. И может быть даже больше, может быть не 100 грамм, да.
То есть это я еще удачно так проехал, более-менее ровно, одинаково. То есть я считаю, что тут тоже абсолютно никакой разницы нет, и расход показал, ну, мой замер показал, что расход абсолютно одинаков. То есть нет абсолютно никакой разницы. Потому что я читал такие комментарии, что там со спортвпуском чуть ли не на литр расход упал. Ну, если бы была разница в литр, да, но мы это сразу бы увидели. У меня там был, не знаю, средний расход в первом заезде там 7 литров, а во втором там 6,5. То есть была бы примерно такая разница. То есть и тогда можно было бы реально сказать, что есть разница по расходу. Но мы этого с вами не увидели. Что касаемо температуры забираемого воздуха, да, впуск у нас все-таки считается холодным. Ребят, я не стал заморачиваться, мерить температуру по нескольким причинам. Во-первых, я не сталкивался с такой проблемой, чтобы автомобиль у меня дергался где-то, да, в жару, я имею в виду в пробках. Может быть, я, конечно, в такие пробки лютые не попадал, не знаю. В общем-то, я с такой проблемой не сталкивался, ну, поэтому мне это было неинтересно. Во-вторых, совсем недавно на канале Тест Авто вышло несколько роликов, я думаю, там еще несколько выйдет на эту тему. Автор канала тоже поставил себе холодный впуск, вот этот спортвпуск, и вот он как раз замерял температуру воздуха. И тесты его показали, что разницы практически нет, она там около нулевая, очень небольшая разница. Что он сделал после этого? Он, грубо говоря, сделал из корпуса спортвпуска, грубо говоря, термос, он проклеил его какой-то термоизоляцией, там, каким-то утеплителем, и вот тогда реально появилась разница. То есть забираемый воздух стал холоднее после того, как он его проклеил. Я ссылочку на этот ролик оставлю в описании. Может быть, я тоже проклею свой впуск и вот уже с таким впуском еще раз сделаю все вот эти замеры, да, и посмотрим, будет ли разница. Если вам интересно, чтобы я так сделал, обязательно пишите в комментариях, да, проведем эти замеры. Несмотря на то, что вот по результатам моих, да, замеров разницы как бы никакой нет, но некоторая разница все-таки есть. Во-первых, это разница по звуку. То есть звук реально изменился. Во-первых, пропал рык на низах. Ну, всем знакомый, да, вестоводам вот этот рык, когда мы, допустим, на слишком низких оборотах слишком сильно нажимаем педаль газа. У нас автомобиль рычит, но никуда не едет. Со спортвпуском ситуация изменилась. Автомобиль точно так же никуда не едет, но он при этом рычит не так сильно. Ну, можно сказать, не рычит, да. Но, опять же, повторюсь, ехать он также никуда не едет. То есть тут ситуация не поменялась никак. По верхам звук тоже изменился, причем, наверное, даже не в приятную сторону. Если со штатным впуском у нас звук мотора такой более басовитый, более гулкий, то со спортпуском вот эта вот басовитость и гулкость, она подушла. То есть он как-то стал менее объемный звук, но он стал более громкий. То есть его стало лучше слышно, он стал как-то четче прослушиваться. И я даже не знаю, что лучше. То есть он как бы что так громко, что так громко. То есть тут уже кому как больше понравится, на любителя. Что касается ощущений от нового вот этого впуска. Ребят, я несколько раз переставлял впуски, менял местами. Да? Сначала поставил спортвпуск, потом поставил опять штатный впуск, потом опять спортвпуск, потом опять штатный впуск. Первый раз, когда я поставил спортвпуск, мне показалось, что... Ну, изменений практически никаких нет, да, ну, то же самое. Потом я сделал замеры, причем замерял, да, в разные дни. Там один день был дождливый, другой недождливый, у меня получились какие-то непонятные результаты. Я решил еще раз переставить, что все перемерить, потом в одном и том же месте, в один и тот же день. И вот тогда мне уже показалось, что разница есть. Она особенно ощущается, если вы ставите после спортивного впуска обратно штатный впуск. Вот здесь чувствуется, то есть как будто прям поддушивает автомобиль. Но это ощущается только на самых низах. То есть прям вообще на самых низах. На разгон это никак не влияет, но вот когда вы начинаете трогать, ну, движение, да, вот когда вы только трогаетесь, когда у вас небольшие обороты, вот там чувствуется. Кажется, вот такое ощущение, во всяком случае, как будто двигатель работает немного поэластичнее, немного помягче. И как будто нужно немного меньше давать газа. То есть как будто он способен вот тронуться там, с более низких оборотов. Ребят, но это ощущение может быть очень-очень субъективно. Оно может быть связано с изменением звука, да, что звук у нас поменялся, работы двигателя на низах. Может быть, с этим связано, я не знаю. Но вот есть такое ощущение. В принципе, я еще обратил внимание на то, что вот в разницу со штатным и со спортвпуском. Это видно даже на разгоне от 0 до 100. Как раз вот этот разгон я и ставил. Я трогался где-то там с 2200-2300 оборотов, как на штатном впуске, так и на спортвпуске. Если посмотреть на спортвпуске, у меня была довольно-таки сильная пробуксовка, да, обороты практически не упали там с 2300 и сразу начали подниматься вверх. То есть колеса ушли там в приличный букс. И если посмотреть со штатным впуском, я трогался с точно таких же оборотов, да, там у меня колеса прям немного совсем пробукснули, и обороты упали вниз до 1500, а потом уже начали подниматься. То есть просадка оборотов более сильная. Если посмотреть заезд, у меня есть, я не знаю, может быть, поставлю вам, с 2000 оборотов на штатном впуске, на спортвпуске. На спортвпуске все равно есть небольшая пробуксовка,
потом обороты падают где-то там до 1500, и автомобиль начинает разгоняться. То есть ведет себя примерно так же, как штатный впуск там, с 2-300 оборотов. А вот на штатном впуске уже с 2000 оборотов вообще нет никакой пробуксовки, и обороты просаживаются практически до 1000. Вот это есть. То есть реально, то есть такое чувство, что в самом низу двигателю все-таки немного легче дышать. В самом низу, то есть вот в самых низах. И вот в момент первоначальной вот этой нагрузки на двигатель, да, когда мы только трогаемся. Вот это есть вполне возможно, то есть, потому что это даже чувствовалось на разгонах. Но опять же, на результат разгона от 0 до сотни это не влияет, потому что да, можно это тронуться просто с немного более высоких оборотов. И вот это ощущается, когда мы ставим после спорт впуска штатный впуск обратно, да, то есть только что вот я ездил, допустим, я трогался, давал определенное количество газов, точно так же пытаюсь тронуться со штатным впуском и чувствую, что двигатель начинает захлебываться, то есть маловато оборотиков. Но это все, разумеется, поправляется тем, что мы даем просто немного больше оборотов. И вот эта разница, она ощущается буквально первые полчаса, да. Ты сел, там, несколько раз тронулся, чуть проехался, у тебя голова сразу, хоп, немножко перестроилась, что тебе нужно немножечко больше давать газку, и все. И эта разница больше не чувствуется. То есть на следующий день вы вообще уже не поймете разницу, стоит у вас какой впуск на автомобиле, спорт-впуск или штатный впуск. То есть вы вообще его не ощутите. Так что здесь такой момент тоже очень спорный, и все это очень и очень субъективно. Еще раз скажу, судя по замерам, разницы как бы никакой нет. Стоит ли ставить спорт-впуск на свой автомобиль? Значит, смотрите, тут все зависит от той цели, которую вы преследуете. Если вы хотите избавиться от гула, да, на низких оборотах, то можно поставить спорт-впуск, и вы избавитесь от этого гула. Но можно сделать по-другому и гораздо дешевле. Можно либо просто поставить дополнительный патрубок в штатный резонатор, да, соединить там два патрубка между собой. Можно либо самому что-то заколхозить, либо купить какое-то готовое решение. Можно вообще убрать резонатор, поставить патрубок от вариатора, да, от веста на вариаторе. Тоже гул уйдет. То есть эти решения все будут гораздо дешевле. Ну и, разумеется, можно и спорт-впуск поставить, тоже гул пройдет. То есть тут уже как на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Если же вы хотите поставить спорт-впуск с целью увеличения мощности, чтобы у вас автомобиль быстрее разгонялся, чтобы вы там всех обгоняли на перекрестках, либо чтобы вы экономили топливо, то, ребят, не тратьте свое ни время, да, ни свои средства. Спорт-впуск этого не даст, если больше ничего не делать, я имею в виду только поставить спорт-впуск. Если же вы в будущем планируете еще прошить автомобиль, планируете, может быть, там поставить выпуск другой, тогда, конечно, стоит ставить спорт-впуск. Если даже представить по самым каким-нибудь смелым предположениям, что вот этот спорт-впуск дает прибавку мощности, там, не знаю, ну, пускай даже там в одну, в две лошади, в любом случае это уже будут две лошади, да, две лошади со впуска, там, не знаю, пару лошадей с прошивки, пару лошадей там с выпуска, и вот потихонечку можно набрать там небольшой табунчик, который уже будет ощущаться, да, и тогда вот разница будет чувствоваться реально. А просто от одного впуска разницы не будет. То есть, если вы в дальнейшем планируете прошиваться, то, конечно, ставьте себе спорт-впуск. Я в будущем планирую прошить свой автомобиль. И у меня есть задумка съездить в гости к ребятам с канала Мистер Кос в Челябинск. Косте и к Виталику. Ребят, если вдруг смотрите, вам привет огромный. Там у ребят есть знакомые специалисты. Костик там постоянно прошивает свой автомобиль. В общем-то, если у меня получится, я съезжу к ребятам и прошью там свой автомобиль. И вот тогда мы уже, конечно, с вами еще раз проведем все вот эти мои замеры и посмотрим, есть ли разница со настоковым автомобилем, да, и с прошивкой. То есть, стоит ли вообще заморачиваться и с прошивкой. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу спорт-впуска для Лады Весты. Если вы ставили такой впуск на свой автомобиль, обязательно пишите о своих ощущениях. Согласны ли вы со мной, не согласны ли вы со мной. Друзья, у меня к вам будет одна небольшая просьба. Внизу есть колокольчик. Если вы следите за моим каналом, пожалуйста, нажмите на него. Для YouTube очень важно, чтобы вы его нажали, иначе он просто отказывается присылать оповещения о выходе новых роликов на канале. Также не забудьте, что в описании есть ссылка на вот такие вот классные коврики. Друзья, большое вам всем спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мои каналы, вступайте в мою группу ВК. До новых встреч. Пока.